собаку мы заканчиваем. Переходим на следующий. У меня там шипульки что-то. Шипулька? Что? Покажи шипульку. Следующий этап нашего путешествия – это переход из зеленой черепашки остров Принтур-Холки на, как это называется, Марш-Гарбор-Аки. На этом участке есть два маршрута. Если осадка меньше, чем 1.10 м, то можно идти по прямой. Но там, ну, то есть максимум 1.10 м. У нас 1.75 м. В этом случае второй маршрут выглядит так, что нужно выйти в океан на 4 мили. И там тоже такая небольшая плато с глубиной примерно 30 футов, там 7-12 метров. И при северной, северо-восточной зыби и ветре, тоже север, высокая вероятность образования разрывных волн. Surfing wave, называемая волна серфингиста. Когда гребень волны срывается, получается такой опасный момент. Если под нее попасть, то яхту точно перевернет или сильно накренит, все поломает, ну хрена. Вот, все ждут южного, западного ветра, но не восточного и не северного. Позавчера и вчера полдня дул как раз северный, северо-восточный. Вчера после обеда он сменился на южный, и сегодня он был южный, юго-западный. Вот. И также рекомендация очень строгая, что нужно заходить туда на подъеме на пике течения и проходить его на стоячей воде, на слайд воду. Все выдвинулись в это время. Впереди нас идет примерно, я вижу, так натурально три лодки. Я не знаю, сзади еще три парусника. Один кат идет навстречу нам, да, в северном направлении. Проход на сам выход в океан тоже узкий, между коралловой грядой и островом Whale Key. Вот эти вот. И сам проход тоже такой вот, он узкий достаточно. Вот в этом месте написано break across enlarged snow, то есть волны, гребни волн разбиваются, ломаются на большом свеле. Вот этот участок перемили, нужно пройти максимально быстро и на подходящей погоде. Все, а дальше уже через милю у нас будет заход. Заход будет в этот пролив, в этот океан. Идем на полном стакселе, 5 узлов. И двигатели не выключаю на всякий случай. Говорили, там бочка какая-то, бочка, никакой бочки я не увидел. Ничего нету. Что дальше, дальше там где-то. В общем, продолжаем репортаж. Все идут гуськом, вон один за одним, три сзади, мы четвертые. И сзади еще раз, два, три. Вот здесь коралловый риф, вот этот зеленый и узкий проход. Это Whale Key.
кто вёз. Прошли самое узкое место в этом проходе. Вот. Расстояние всего 100 метров проход. Вышли в Whale Passage, проход кита. Зыбь идет с юга, ветер тоже дует с юга, поэтому гребни, даже если бы не были гребни, то их бы не срывало. А об остров волны разбиваются довольно зрелищно. Не знаю, видно отсюда или нет будет. Один из нашей группы рискнул поставить стакси. Все выглядит довольно нормально, поэтому, в принципе, можно, наверное, тоже поставить стакси. А там вот на горизонте тоже видно, как волны разбиваются о коралловую гряду. А, нет, там не кораллы, там просто баночки. Жоркины штанишки сушат на леере. Идем сейчас в следующий город, там магазин, закупка продуктов, свежачок, мяско, фрукты, овощи, топливо, ну может топливо, в большом городе оно подешевле будет все-таки. Осталось 6 миль, идем на полном стаксе, 5 узлов, метр 20 на порывах, 17-20, вот так. Маша учится в школе, Жорик беснуется на руках у Лены. Все нормально. Глубина здесь 10 футов всего на приливе. Прилив 3 фута. И она вот такая прям лазурная, красивая. Вообще тут такая глубина, тут вот 5, 6, 7 футов на low tide, ну такое, короче,
оно внутреннее, вот это море, ну, море, не море, такое вот, акватория внутренняя, мелкота. А здесь, за этим, за грядой островов, сразу океаны, там 50, то есть сразу 2000, 3000 футов, 4000 футов. Вот. Все Багамы такие вообще мелкие. Больше чем 6-7 футов осадка, это уже проблема. Куда-то зайти, где-то близко встать. А северные острова, это вообще, это Абако, Грейт Багама Айленд, вот этот, мелкота. Насау еще можно зайти, вот здесь можно зайти, Андрас. Вот, так в целом, мелкота. Всем салют, мы на берегу. Товарищ капитан, Мария. Она снимает. Снимает. Жорик едет. Мы приехали, вышли в город. Посмотрим, что там в магазине. И купим чего-нибудь вкусненького. Тут что-то парковка, что ли, была какая-то, да? Сейчас прямо и налево, или направо. Прошли 400 метров, еще 400 метров, и мы придем в продуктовый парадайз. Любая еда, какую хочешь, наконец-то. А не просто рис с консервами. Может, даже помидор куплю один. Ну, это не точно. Овощи надо есть. Один помидор в месяц, это нормально. Сейчас посмотрим, что там по цену сначала. Слышишь, да? Да. Вот он, рай. Рай яхтсмена. Большой. Большой магаз. И очень близко, кстати, да? 800 метров всего. Так, ну цены здесь как бы такие повышенные, я бы сказала. Вот редкий, когда солнышко вышло. Пятый день на рейде. Сегодня решили пожарить его первый раз на барбекюшке. Но работает неплохо, достаточно большой жар там. Барбекюшница Магма. И вот такие баллоны к ним специальные здесь. Переходником. Дожидаюсь, пока ветер не дует с этого борта. Открываю посмотреть, что там происходит. Сегодня еще достаточно сильный ветер, и завтра еще будет, послезавтра. Поэтому мы никуда не едем там. Здесь внутри спокойно относительно, а там, откуда дует ветер, до 30. Будет еще 3 дня. А потом окно для перехода на следующий у нас пляж там. Потом якорная. И будем ожидать еще один день, примерно по прогнозу, чтобы перейти уже до следующей группы островов. С Абако мы заканчиваем. Переходим на следующие. А, называются они... не помню. Как называются следующие острова? Ну, в общем, я... Этерия, да, Этерия. Группа островов Этерия. Вот, и уже будем ждать приезда наших детей. Через
ну когда-то скоро. Вот. Кайфуем пока. Солнышко вышло, настроение хоть поднялось. То вчера мрачно было, так ветрено, холодно. Даже ухо простудил. Сегодня левое ухо наполовину не слышит ничего. Закапало ушные капли. Смотрим пока. Ждем результат. Огонь там даже полыхает. Нет. С левой стороны лучше, больше жара, чем. На Grey Tail Key, когда высаживался на берег, я зацепил винтом за кораллы, и после этого стал плохо ехать. Обороты хорошо крутят, как должно быть, а скорости нет, только на минимальном ходу, как будто узла 3-4 может быть. Вот, разобрав винт, я обнаружил, что амортизатор, который держит вот это резиновое внутри, между медной втулкой и винтом, резиновый такой амортизатор, как будто бы, вот, и он прокручивается. Получается, винтом ударил по кораллам, и эта резинка порвалась. На малом ходу он нормально держит еще. Когда газ даю, она начинает от напруги прокручиваться. Вот. И был произведен аварийный ремонт. Вот сбоку такие отверстия с шурупами, которые держали винт и медную втулку. Вот. Но сейчас я нашел мастера, который должен это все выпрессовать, вставить новую туда резинку или найти новый винт, что тяжело сделать на этом острове. Вот, иду к мастеру. Вот так выглядит шоп. Все очень просто. Пытка заменить резиновую прокладку внутри нового пропеллера в этом месте не оказалось. Посмотрим, что из этого получится. Скорее всего, какой-то кустарный ремонт. Надо будет искать новый пропеллер уже в Насау, в самом большом городе Багам. It's so small, you could throw it pretty much anywhere on the boat. Mm-hmm. Just keep a spare. Especially if you plan on traveling through the islands, it's a good idea. Uh-huh. Very few places are gonna have what you need. Is it difficult to find this size? Or need to special order? Yeah, very few places are gonna have a propeller. Короче, просверлил дырку насквозь до медного вот этого медной втулки, два винта и прям туда
он его заглубил. Будет работать еще долго. Будет работать еще долго. Но уже не надо стучаться об дно. Потому что амортизатор не работает. Сейчас иду в магазин Меркури по его совету. Что в Ямахе нету такого пропеллера. А пропеллер от Меркури может подойти. Сейчас будем посмотрим, что там есть. Кстати, здесь левостороннее движение, как в Японии. Почему-то. А, тут очень много японских машин. Импортных именно с Японии, леворульных, праворульных. Почему-то, не знаю. Единственный торговый порт на этом острове и вообще на всей Эбаку. На группе островов сюда привозят все грузы с большой земли, с Америки. Из других стран. И, видимо, машины из Японии тоже сюда привозят. В 2019 году ураган Дориан разрушил все почти что постройки здесь на острове. И на большинстве островов Абаку было все затоплено. До сих пор 2024 сейчас не восстановлен. Много очень построек. Рестораны переехали в контейнеры. Вот так вот продают здесь фастфуд. Это, наверное, бывшие рестораны так выглядели, нормальные постройки. тысяч человек вроде бы остались здесь без жилья, и США предоставила аварийные домики. Я их видел здесь с другой стороны, сфоткал. Они как сфера из пластиковых таких вогнутых кругов, собранные в одну большую сферу. Вот. И они до сих пор здесь стоят, и люди в них до сих пор живут. Очень много не восстановлено. А что там внутри? Смотрите. Стоят какие-то компьютеры там. Похоже на медицинский офис. Лестница не развалится подо мной, надеюсь. Это все ураган совершил. Это да. Даже вогнутые листы металла. Очень толстые такие. Вон тоже два здания разрушенных. Дентал. Бывший дентал центр. Листы металла не спасли. Крышу снесло и все разрушилось.
что ж, в магазине Mercury такого не оказалось. Был такого же размера, но другой вид крепления. Внутренняя втулка другая была. Так что придется заказывать онлайн, что прислали уже на САУ. Или же дети скоро едут нам в гости, они привезут. Да, кстати. Я их завалил и так уже целой кучей запчастей, мотор на туалет. Новая игрушка для нас. Стабилизатор для DJI, чтобы комментарии были хорошие, чтобы всем нравилось качество картинки. Вот. Ну, ремонт, который был произведен сейчас, он вполне себе годный. Мотор всего 6 сил. Не high efficiency, так что винт вкрученный в боковушку пропеллера вполне себе рабочий вариант. Погода наладилась сегодня. Первый день за неделю. Можно сейчас вывести семью, погулять, сходить. На пляж, может быть, сходить. Бесплатный причал городской, куда можно тузики пришвартовать или даже на приливе лодку. Но здесь глубина не очень, поэтому только для катамаранов. Глубина где-то, наверное, 5 футов на максимуме. Do you need some help? No, got it. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much. Так, где наш тузик? Сейчас будем вешать пропеллер на него. Ну что, пропеллер установлен. Сейчас будем запускать. Так. Топливный кабель. Клапан, топливный бак, амортизатор не работает, так хвостом идет нормально. Минимально. О, нормально работает. Я боялся, что внутри какой-то механизм был поврежден из-за удара, но всего лишь пропеллер сработал, амортизатор. Лодка маленькая, короткая, и а я тяжелый, поэтому мне приходится сидеть на носу, иначе она едет вот так вот. Такой здесь удлинитель имеется. А? Работает? Ветер как поднялся, мать подумала. Так, вот это.
Маша рассказывает что-нибудь. Не надо, папа. Мы приехали на газовую станцию. Маша гуляет в спасательном жилете вместо курточки. Нет, папа, не хочу. О! Баганский доллар. Угу. Маша забыла выложить и пошла в жилете. Приехали на такси, на нашем вот такси. $15 в одну сторону. $30 туда-сюда и $22 за два баллончика наших. Thank you, sir. Have a good day. Ты в воду не залез, пап? Твоя лодка уплывает. Не уплывает, ловите. Пап, я просто снимаю, как ты. Наклонила. Ой, ты попа? Сейчас просто в сторону наклонила, вот так, наклонять. Ага. И это тоже так же. Пап, я знаю, что просто ты... на бочок, ага. Да, да, молодец. Что там? Там? У меня там шипульки, что-то. Шипулька? Шипула. Покажи шипульку. Они белые маленькие. Белые шипульки. Бери вон тот кончик, он с той стороны. В руки. Что в руки брать? Вон тот веревку. Все, и готовь это и вытаскивать, когда я скажу, окей? Угу. Матрос Мария справилась со швартовыми концами.
дней стояния на Марш-Харбор мы выдвигаемся на другой остров, называется Хоуптаун. Хоуптаун в Кине? Таун сам по себе. А, таун, таун сам по себе, а остров? Elbow Key. А остров называется Elbow Key. Ну, в общем, там пляж. Там мы будем до завтрашнего дня. Погода не очень, потому что сильный ветруган. Плюс солнца нет. Короче, багамы, такие багамы. Кто-то даже в шапке сидит, потому что холодно. Ухо простудил. Короче говоря, идем. Осталось 5 миль до пляжа. И завтра нам нужно уйти на Little Harbor. Последняя точка перед океанским этим выходом. Потому что погода не очень. Ветер до 35, там до 37 узлов. Опять будем стоять. В общем, так. Не переключайтесь. Что-то хочешь сказать? Он заново записать. Зачем? Как-то упал машину. Давай заново. Давай. Нет, не давай. Я создаю мужественный бэкграунд. Всем привет после 7 дней стояния на Марш-Харбор. В этом замечательном городишке. Тебе все не нравится вечно. Зима просто, но плюс 25. Кичинери, минус 10, и снег. Окей, ну нет, просто холодно. Погода была плохая. Мы пару раз на берег выходили. На тузике ехать нереально. Ну, как бы, стояли бесплатно. Как цыгане. 7 дней постояли, сегодня вышли на новый остров. Остров называется Elbow Key. И там город Хоуптаун. Будем там стоять, там пляж. Но погода не очень пляжная, сильный ветер и... Ну да, сильный ветер. И солнца вообще нету. И 2 дня у нас окно, чтобы перейти до Little Harbor. Последняя точка обратно. Чтобы потом перейти по океану до Насау. Все, пока. Подходим к Хоуптаун. Стоит большой. Ой. Живая. Вон еще одна. Они могут на лодку так проколоть. Бэйби, кончи. Ты сможешь воду засунуть, чтобы снять это переливание? Сейчас он посмотрит.